Вы когда-нибудь задумывались, а почему для Windows 11 во время установки нужно аж 52 гигабайта места, если сама операционка спокойно ставится на 15 гигабайтах? Почему Windows просит так много памяти? Сам установочный образ потребительской Windows 11 весит около 5,5 гигабайт и хранится в файле install.wim. Если открыть его через архиватор, то можно увидеть несколько папок. Каждая папка — отдельная редакция системы. Домашняя, профессиональная и так далее. Одна папка в распакованном виде весит около 10 гигабайт. Так откуда 52 гигабайта в требованиях? Окей, от 13 до 15 гигабайт занимает сама свежеустановленная система. При 32 гигабайтах оперативки у меня создался файл гибернации размером с почти 50% АЗУ. У меня вышло плюс 13 гигабайт. Ах да, и файл подкачки создается по выбору самой системы. У меня вышло 2 гигабайта. Не забываем и о точках восстановления. Чистая 11 подкинула мне 5% от объема системного раздела. И это только базовая комплектация! А дальше там идут драйвера, кэш, обновления, встроенное приложение и функции контроля памяти. А про Windows Old в некоторых случаях даже говорить не стоит. И если так подумать, то каким бы это требование не было бы абсурдным, оно действительно имеет смысл, если речь идет о комфортной работе по мнению Microsoft. Хотя уверенному пользователю ПК некоторые функции можно без проблем отключить, за ненадобностью. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк и не засоряйте свой ПК.